Всем привет! Собираемся на масленицу с друзьями. Ну, отчет видео будет дальше. Слухательных аппаратов нету почему? Нет, конечно, зачем мне снимать? Что это, зачем? Аппараты еще тот. Зачем я камеру купил? Чтобы не снимать, ходи с ней просто. Смотри, сколько народу много. Как это, перископ подвода лучше. А, это только в центре города стоял. Два дела. Может, на лошадке покатаемся, а? Артем Олегович, на лошадке покатаемся? А танцевать-то будем? Танцевать будем, говорю. Да, будем. Дед с бабушкой. Сейчас будем. Пнем стариной. Только штаны в носки заправим, чтобы старина далеко не отвалилась. Ну и рожа у тебя, Володь. Ох, рожа. А я тоже ничего не вижу, народу вижу. Вы называете стороны сыне, да? А вы поворачиваете. Нет, до 5 часов мы не дождемся. Хочу такую штуку. А как мне? Надо было не мясо, надо было взять на львиный говорит, лоток и торговать блинами. Я что сказал? Хочу ватрушек. Все что-то едят. Вон они. Можно тянуть. А вот и неправильно время. Время тянуть. Вашу тебя на резину. Валера, настало твое время. Я кайфовал сегодня целый день и гимназисты румяные. Пляс,
примерить, стать богатырем. А женщины у нас говорят, пойдем оленя посмотрим. Своих, видать, рогов не хватает. Пойдем чужие посмотрим. Поменяться своими? Так, я боюсь. Ирина Ивановна, у меня-то круче или меньше? Даже зачастков нет. Даже понтов маленький. Папа! Беспонтовый. Беспонтовый, да? Артём, а ты хвостик. Ребятишкам сегодня задели, да? Ну что, пойдем, превратим меня в богатыря. Какие менты у нас красивые. У меня. Ну пойдем хоть к коню подойдем. Девки пахнут. Да, да. Сняли, сняли колготки, запахло весной. Запахло ездой. Сейчас будем пытаться выбираться постоянно. Да, да, там заблокировали со всех сторон. В городе проблемы, так это дураки, дороги и парковки. Анекдот от Артема. Ну это старый уже бородатый анекдот, короче. Идет
мужик в деревне и видит какой-то мужик ручеек, он водичку пьет. Он говорит, мужик, ты что творишь-то? Говорит, отсюда со всей деревни весь говносток сюда в этот ручеек стекает. А тот ему отвечает, what did you say? Я, говорю, двумя руками черпай. Ну, бородатый, да, как раз к санкции. Ну, что-то свежих пока нет. В дальнейшем. Дядя Вова. Все. А, дядя Вова. Каждая встреча с тебя новый анекдот. Договорились. Попей, черпай двумя руками. Че, девчонки, как вам мероприятие? Гигантское. Отлично. Какое? Гигантское. Гигантское? Ну, а от вас что-то молчок. Все, все засели. Очень прекрасно сходили. Не волшебно. Прошло буквально 4 минуты, а мы уже в машине. Только не ели.